Российская фигуристка Анна Погорелова возмутилась тому, что певица Ольга Бузова в клипе, посвященном чемпионату мира в 2018 по футболу, использовала фрагмент ее выступления. В ролике использован отрывок короткой программы сезона 15-16, в котором Погорелова падает. «Всем доброго вечера. Мне пришло немало сообщений о том, что я попала в клип Бузовой. Также у меня спрашивали, давала ли я свое согласие на это. Отвечу всем сразу. Я не знала о том, что меня вставили в новый клип. А самое неприятное, что меня не то, чтобы не спросили, а взяли не самый удачный фрагмент из моей выступления. Неприятный момент, разбираемся. В Америке сразу бы подали в суд. Съемка клипа приняли участие футболистка Аделина Сотова и хоккеист Александр Овечкин».